Борис Стругацкий. Лучшие цитаты. «Ничто так не взрослит, как предательство». «Историю знают умные люди, а делают дураки и негодяи». «Женщины не любят рассуждать, но если начинают, то становятся крайне категоричны». «Начинать всегда стоит с того, что сеет сомнения». «Добро с кулаками – это хорошо замаскированная форма зла». «Умный, если действительно умен, не знает, что он умный». «На самом деле, мы с братом никогда не пытались предсказать будущее. Мы всего лишь описывали мир, в котором нам бы хотелось жить». «Кровавой бойне скатываются обычно не те, кто побеждает в дискуссии, а те, кто ее проигрывает». «Дружба, любовь и работа. Если есть у человека все эти три элемента, он счастлив. Если нет ничего, он самое несчастливое существо, которое можно представить». «Писатель не тот, кто пишет, а тот, кого читают». «В каждом море ума обязательно найдутся острова глупости».